Очень важно напомнить, что советские репрессии – это не только русская память, что это еще европейская, в частности, французская память. И не только потому, что в ГУЛАГе были заключенные французы, были итальянцы, были вообще европейцы, да, не только потому, что существовал Коминтерн, который подвергся репрессиям. Это более общее явление. То есть, во-первых, потому что восприятие советских репрессий и отношение вообще к Советскому Союзу просто разделило французское общество.